Всем привет! У меня сегодня очень интересное видео, на мой взгляд. Вчера вечером я ездила в кактусный клуб. И там был интереснейший день. Сейчас я вам расскажу. Раз в год у нас проходит такой день, когда все друзья, кто состоит в клубе, приносят свои излишки кактусов, суккулентов, каких-то других растений, орхидей, все, что лишнее в теплице уже занимает место, и люди хотят поделиться. И это так здорово. И вчера мы все встретились. Мы встречаемся в городе Штутгарте. У нас там зарезервирован ресторан. И сидели мы все на улице, и было так здорово. Посмотрите, друзья, расцвел турбиникарпус Николая. К сожалению, он сейчас закрыт. И, конечно же, масса моих друзей принесли кактусы. Сейчас я покажу вам, что же я для себя взяла. У меня на террасе уже рабочая обстановка. Сейчас утро, нет такой жары. У нас сегодня обещают под 40 градусов. Пятница, дети в школе, и после обеда мы поедем в бассейн. А до обеда, пока еще я имею время, буду заниматься пересадками своих новых кактусов. Посмотрите, что я взяла вчера в кактусном клубе. Какая прелесть! Вот это растение. Оно может находиться под палящим солнцем. Вот такое. Вот здесь вверху, где моя рука, можно взять, перевязать каким-то ненужным колготками, чулками и подвесить в саду или на балконе. И оно без корней растет и даже цветет. Дальше. Я вчера вечером приехала домой и начала уже пересадки. Подготовила некоторые горшки, потому что были бесподобные трихоцериусы. Посмотрите, какое тело. Разве он не красив? У него практически нет колючек. И этим он меня заинтересовал. Также я взяла немножечко астрофитумов. Пускай будут. Может быть, кому-нибудь подарю. Ну что ж. Это тоже какой-то трихоцериус. Они все, конечно же, с номерами и с названиями, но нужно звонить другу, который их принес для нас всех. И называешь номер, и он ищет у себя в каталоге, что с чем было скрещено. Конечно, на них уже засохшие цветы какие-то, и так не скажешь, как оно будет цвести, но все они такие прекрасные. Вот тут какой-то суккулентик тоже взяла. Посмотрю. Здесь вот раздавали также вот такие вот черные поддоны для кактусов. И кому надо, все брали. Вот здесь вот, вот этот трихоцериус очень красиво цветет. Мне показывали на картинке, но, к сожалению, сейчас у меня нет. Растения довольно большие, даже некоторые с детками. Конечно же, сейчас я займусь их пересадкой, дам им побольше горшочки. И вот у меня здесь лобивия. Я так поняла, что это лобивия. Если кто-то знает название, пишите. Это лобивия, значит. А вот это вот у меня матукана. Я все записала себе. Вот здесь на бумажку все записала. Это матукана, по-моему, крании. Вот. А вот интересный кактус. Вот с такими вот огромными колючками. Смотрите. И что это? Это какой-то гелиантоцериус пасакана, по-моему. Очень интересно. Оставлю его пока у себя. И буду растить. Также были склерокактусы. Склерокактусы привитые были. И я взяла себе один. Вот. Пускай растет и радует меня. Также, друзья мои, как вы видите, зеленый чай с молоком уже приготовила. Взяла вот такое вот интересное растение. Посмотрите, как цветет. А также вот такое. И вот здесь тоже с цветочком. Это ли не счастье, красота и
небольшое маленькое алоэ, которое уже успела пересадить вечером. И вот еще вот такое вот удивительное растение. Оно было без названия, но это не хельдевентера. Это что-то из цериусовых. И оно попало ко мне теперь в коллекцию. Мне понравился именно цвет колючек. Такой вот желтовато-зеленоватый, яркое растение. Деток много. Оно разрастется. Я его вчера уже пересадила. Видите? Вот такой интересный, красивый экземпляр. Также находилась вот этот. Взяла. Все это надо пересадить. Трихоцериус. И вот такая прелесть. Посажу перед домом на клумбу. Также дали очень красивый эхиноцериус, но кусочек дали. Я его, конечно же, буду разращивать. И вот еще вот такое вот интересное растение. Такая прелесть. Оно растет без корней. Тоже вот так вот можно где-то его положить или подвесить на дерево и будет расти. Время от времени нужно опрыскивать. Друзья, я очень довольна растениями. Здесь трихоцериусы, эхинопсисы гибридные и другие какие-то кактусы. Я вам все показала. Сейчас займусь пересадками, конечно. Вот расцвел пигмаецериус акерсии. Он расцвел сегодня, еще вернее вчера вечером. И так как солнышко не упало, лучи солнца не попали еще на растение, вот я имею возможность его вам показать. Запах, конечно, изумительный. Французские духи. Я так довольна, что вчера столько растений взяла. И, конечно же, я тоже носила какие-то кактусы, с которыми любезно поделилась со своими друзьями. Всем было весело, всем было здорово, всем было хорошо. Посмотрите, моя опунция зебрина наконец-то дает уже детки. А то она что-то застыла в своем росте. И вот вверху тоже. Вот, друзья. Эхиноцериус расцвел. Конечно же, цветут мамиллярии. Закрываются, открываются. Обезьяний хвост. Вот здесь я его немножечко отодвинула в сторону и пересадила царицу ночи. После цветения я дала ей вот такой горшок. Не знаю, правильно ли я поступила. Я посмотрю, как она будет расти. Если ей не понравится в таком горшке, я обязательно пересажу. Французская моя королева ночи сбросила бутон. Наверное, в этом году мы не сможем любоваться этим цветением этого прекрасного растения. Сегодня жарко, очень здорово, у нас обещают жару, ну, не знаю, наверное, кактусы впадут в стагнацию и не будут цвести. Ну, такова жизнь, я надеюсь, что мое видео вам понравилось и вы рады. Я выпускаю их практически каждый день для вас, чтобы радовать вас и чтобы вы были счастливы. Я желаю вам здоровья, всего самого наилучшего. И спасибо, что вы со мной. До свидания.